Итак, первый сигнальчик. Алексей у нас на связи. Да. Горит в прямом эфире. Сейчас копнем. Будет сигнал. Да. Сигнал 98. Слышь, я что? Куда он делся? Делся куда-то, елки-палки. Да. Поспешили камеру выключить, сигнал. А это оказалась монета. Оказалось, давайте хорошего. Посмотрим. Ух ты! Блин, я уже вижу хороший сохранчик. Ну, похоже, это капуста. Ребро вижу. Рубчатое. Фига себе. Сейчас посмотрим, что там может быть. Фига себе. Крупная монета. Крупная, да. А, 5 копеек Николая формата. Что-то большевато для 5 копеек. Не, как раз, да, вот. Да. Смотрите, что поднял. Это похоже... Похоже на старую сережку. Возможно, серебро. Сейчас попробую отмыть, получше покажу. Интересная находка, уже интересно. Хожу где-то час, там сопутка попадается там, и все. И вот первая монетка. Давайте посмотрим, что это. Вот так вот в комочке она есть. Вон видно ребро. Давайте посмотрим поближе, что это такое. Так. Что же это такое? Что же это такое? А, это империя. Николай II, копеечка. Год непонятен. Надо чистить. Давайте потом отмоем, покажу. Итак, друзья, очередная находочка. Вот так она выпала у меня. Давайте посмотрим. А это у нас капуста. 2 копейки. Копейки. Так, а год какой? 2 копейки. Сейчас надо отмыть, покажу. Боже. Так, друзья, очередная находка. Давайте посмотрим, что это такое. Выпало вот в таком комочке. Давайте посмотрим поближе, что это такое. Ух ты, а это у нас 2 копейки. 49-й год. Ранние советы. 49-й год. Отлично. Вперед дальше. Друзья, итак, мы покурили кальян, переместились на другую деревню. Вот такие красивые здесь распаханные поля. Такие просторы. Вот, и у меня первая находочка. Смотрите, какое чудо я нашел маленькое. Вначале не понял, что это было, а теперь я уже понял. Ребята, это чешуя. Это чешуя. Михаил Федорович или еще какой-то царь. Давайте попозже, в общем, получше покажу. Ну, видно, буквы видно. Короче, отлично, первая серебряная монетка. Друзья, вот там вот ямка, где нашел чешую. А нет, вот там вот.
И здесь следующая находочка выскочит. Смотрите, какой крестик. Жаль, что обломанный. Вот такой вот виден там силуэт. Жалко без нижней части. Очень обидно. Давно крестики не попадаются. Ну, хоть что-то. Ладно, погнали дальше. Итак, ребята, продолжаю ходить. Иду, сигнальчик сразу 99. Блин, опускаю голову. И вот что торчит. Монеточка. Давайте посмотрим, что это такое за монетка. А это у нас непонятно что. Совсем не... А, понятно, капустис. Капуста 2 копейки. Ладно, а потом отмою, покажу вам все монетки. Ух ты, крест, ни хрена себе. Здоровый. Ух ты, гля, какой красивый. Привидный. Побрызгай еще, побрызгай. Слышишь, там как свастика, ух, да? Ух ты, глянь, красота какая, блин. Гля, легкий подфартило. Макс, такой же есть сегодня. Фига себе, ну-ка с этой стороны. А он гладенький, да? Да, это старый крест, это век там, не знаю, блядь. Ну это 16 или 15, что-то такое, да. Древний. Офигенно, нифига себе, Лех, поздравления. Итак, ребята, у нас третье место. Ребята, короче, наши спят уже, устали. Я решил один выбраться, тоже уже третье место. И у меня находка выпала очень интересно. Давайте с вами вместе посмотрим. Вот, смотрите, что выпало. Это крестик. Какой интересный. Серебряный или нет? Смотрите, какой красавец. Красотища, блин, у меня такой первый раз, такой крупный. Давайте дома отмою и потом получше вам покажу. Отлично. Друзья, следующая находка не заставила себя долго ждать. Давайте посмотрим, что это такое. Вы знаете, это какой-то кулон. Обалдеть, я такой первый раз нахожу. Блин, не хочу тереть. Интересный кулончик. Или это не кулончик, или что это? А, во. Так, что это? 200 лет царского. Нифига себе, что? 200 лет царского бала. Прикол. 1910. Короче, ребята, не буду тереть, дома покажу. Обалдеть. Итак, друзья, ходим дальше по этому полю. Ребята проснулись, вон наша машина, они где-то там ходят. А у меня находочка, монетка, наконец-то. После крестика и медальки. Монетка, что это такое? Непонятно. Просто как алик, походу. А, нет, вижу, деньга. Деньга. И год не понятно. Только она какая-то съехавшая надпись. Ладно, попозже отмою, покажу. Итак, друзья, я уже дома. Находки почистил и хочу вам показать их поближе. Самый интересный сверху. Это крестик и кулон-подвеска. 200 лет царского села. Екатерина I. Также интересная монета попалась. Петровская чешуя, серебряная. Сережка тоже непонятно, очень легкая, но мне кажется, это не серебро. Скорее всего, какой-то алюминий 50-х, 60-х годов, что-то такое. И, значит, монетки вот такие попались. 2 копейки, капусты 2.
1811 год они обе. Копейка 1878 и 2 копейки 49 ранние советы. Еще раз вот покажу поближе. Вот такие вот попались находки.